Пойдем, заходи. Так, привет, друзья. Сейчас мы посещаем с вами международную выставку Coins 2018. Она проходит в этом году уже 9-й раз. Сейчас мы быстренько туда войдем, мы посмотрим, что там интересного, потому что я и мой оператор Артем, ему привет, проведем там очень интересное время. Нам дали что? Нам дали участие в какой-то лотерее, да? Все, мы внутри. Это план выставки. Сейчас, может, встретим каких-то знакомых популярных, которых я никогда не видел глаза, но по телевизору. Ну, в смысле, в Ютубе я видел их. Здрасте, нам бросить? Да. Только те, кто... Там несколько человек из всей толпы. Давай, бросай, Данил. Хотите поучаствовать, 2 часа нет. Спасибо. Окей. Давай монеты уже смотреть. Давай монеты смотреть. Приборная проверка монет. Приборная. Это прибор, да. Монеты не продаются. Я понял. Глубина 5 миллиметров проникновения. Да. Ничего себе, электропроводка до 5. Как и первое впечатление у тебя? Если выставка международная, значит, у нас здесь иностранные есть представители, 100%. Не, ну я читал, что здесь монетные дворы разных стран. Череп, смотри. Да, нас с вами посадят. Какой-то год, стоп. Смотрите, там стоит. Ну, здесь-то есть, а здесь нет. Там 90. Как раз август 18-го, то что. Сколько стоят они? Вот как раз. Школы, кстати, очень интересная книжка. Итак, по жаргонике хотите, по мотивации? Не спатически. Не хотим. Не знаю. Может и можно. Видишь, как раз то, что тебе нравится, иностранные, китайские. Четко, да? Да. 77-й. Да, это же те годов, это не 20-х. Реально, 100 рублей одна, но что-то дороговато, смотри, потому что я брал за 60 с чем-то, именно большим оптом. Мы походили на выставке и решили перекусить. Смотри, как она красивая. Какую цену? 4,5. Ну, это для богатых детей. Мне китаец подарил капсулу. Я ему сказал, щи-щи. Хочешь что-нибудь выиграть? Но не факт, но могу выиграть. Ты хочешь или нет? Хочу, почему нет? Мы начинаем наш лототрон. Все, кто хотел, уже опустили свои жетончики. Спасибо большое, поздравляю. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо большое. Это тоже. Или ничего не выиграли? Мне надо капсулы докупить. Капсулы и все? Остальное потом куплю. А что из остального? На деньги собрать. Деньги собрать побольше, было много денег, и сразу инвестировать. По одной штуке здесь не очень хочу. Есть цены, кусаются. Да, это вещь. Это новая, кстати, компания. Новая. Вы новая компания, да? Смотри, этого я еще не видел. 18-й год. Дузма. Да. Нереально не видел еще. Класс. Сколько стоит? Да? 2000 рублей, прикинь. Не, ну смотри, очень приятный дизайн. Спинажу, простите. То есть вот приложение, вводите код и просматриваете все монеты, например, эту разновидность, которая, сколько цена была, аверс-реверс, то есть увидите и будет понятно. Я люблю ваши каталоги. Спасибо большое. Самое главное, что у нас многие сейчас... За голову подается, потому что за 2000 мы отдаем. Сейчас если на сайт нам зайдете, он стоит перед 200. То есть на 1200 дороже. Мы сейчас по цене издательства продаем, просто как да. Хорошо. Обратно в Санкт-Петербург не везти на себе. Да, естественно. Вот книжка у нас тоже хорошая, за 800 рублей многие подарки. Это, кажется, совершенно другое, но... Интересно. Это браки, да? Там, нет, там в конце идет раздел по бракам.
Похожие иллюстрации у нас подобраны. Согласен, да. Нет, такая у меня ваша есть, такая уже есть, такая уже есть. Многих, конечно, нет. Оператор выиграл ручку. Пишет, синяя. В итоге у меня три ручки все засели. Скажи что-нибудь, тебе нравится здесь? Да, мне очень нравится. Супер, как тебя зовут? Алиса. Алиса, теперь ты будешь на YouTube. Хорошего дня. Это, конечно, громадная очередь. Что? Мой канал. Как наш канал называется? Я не знаю, куда я его выложу. Ну, смотри, некий товарищ. Некий товарищ. Давай, запомнишь. Давай, напиши. Да, пока. Вот это самая, она большая, самая красивая крона датская, да? Да. 350 рублей всего. А за сколько ты продал? 500. Вот этот 500 продал? Или 600 даже. И то качество у меня не такое было. Класс. Ну, видишь, молодцы, у них тут... Уругвай видели у нас? Уругвай? Уругвай. А Мозамбик, а Уганда, а Сар Лэнд у нас какой сохранился? А Зимбабве у вас есть? Больше нет. Больше нет. У меня была... Там у них инфляция. Уганде у меня такая, что монет нету. Самый частый 1.2. Нет, к сожалению. Ну, в общем, ты в иностранстве немножко шаришь. Конечно, смотри. Индонезия, смотри. Живот. Ну, вот у меня тоже. У меня папа любит животных. Кроме первой. 500 рублей всего. Да. Смотри, а знаешь, угадай, что это за... Молдавия. Молдова. Не совсем. Приднестровье. Правильно. Копеечки есть у вас? Есть. А, нет. Приднестровский. Копеечки, а потом рублей есть. Вот фигня, это Приднестровский. Этого уже в Приднестровье нет. Этого уже нет. Да. Все, инфляция все сожрала, все, ничего не делает. 80 рублей всего, прикинь. Возьмите пополам, я тут многие говорят, у меня есть 100, два друга. Возьмите пополам. Да. Того, по-моему, другому. Да, ладно. Реально, если так взять с собой пару тысяч. Ты YouTube? Ну, типа, это... Канал о монетах. Если смотрите, Невские клады. Я не видел, вот и реально медь такая. Третий, еще такая матовая. 1.14 год, да? 37, да, это самая война. Самая... Жесть. Что, хорошо лучик бегает, да? Их тут много. Персия, смотри, 100 рублей, какой-то век непонятный. Ух, класс, персидские. Там отклеивается, поэтому я сейчас залеплю. Просто остальные уже не полные. Гибралтар? Не, вот ни разу не видел Гибралтар. Смотри, посмотри. Нет, остальные просто базовые. Гибралтар, реально? А мы делаем совсем полную. Бриллиантовая свадьба, две пени. Какой год? 16-й. Петроград. Это продается вся, весь... В смысле, вся вот эта, да? Одна бумажка, а, понял. Я думаю, они скреплены, а сколько стоит? Да, вот эта история. Это просто акция это какой-то организации, да. Общества, да? Богословское горозаводское общество, организованное 1895 год. А бумага выпущена... Основной капитал 16 миллионов. Это, смотри, Первая мировая, тогда уже инфляция все сожрала. Поэтому ну, тогда они мало что стоили. 100 рублей, понимаешь. Да, на то время это было все, конечно. Хорошо сохранилось. Да, вот они, вот видите. Где они хранились, интересно. В хорошем, сухом месте. От хранились. Коллекционера к коллекционеру передаются обычно такие вещи. Прикольно. Бери за гурт. Ну да, я знаю. Переверни на эту сторону. А, да у нас вот так она идет. Африканская. Ну, если антилопа, да, ты прав. Гладкий город. А какая-то страна? Это Алжир. Алжир. Так, одну мне. Одну тебе даю. Спасибо. Не надо, спасибо. А, 20 рублей. Мадагаскар. Данил, посмотри сюда. Что делаешь? Смотри, это штемпель, а это уже то, что сделала, очеканила машину. О, штемпель я никогда не видел. Жесть. Не, ну это латунь, правильно? Только вот так. Старый. О, пятерки. О, без буквы. А, 4750. Двушка.
Слушай, это нормальная цена. Смотри, какие колбаски. Она больше реально. Эстония. Колбаски. Прикольные, да? Вот это Эстония? Это Евросоюз. А, ну да. Эстония же. Евросоюз. Да, да, да. Я вижу, что это цент, евроцент. Спасибо большое, девушка. До свидания. До свидания. Все, мы ушли. Все, в общем, советую всем посещать подобные выставки, потому что они мотивируют развиваться дальше, дальше, дальше. Покупать, делать что-то новое, путешествовать даже хочется. Много визиточек мы взяли, вот наша регистрация, мы уже от нее уходим. Да, туда с детьми приходят, смотри, с семьей вообще играются. То есть, в принципе, здесь очень хорошее такое место.